пришли посмотреть на гарем, где содержалась Роксолана. Чтобы жила бы ты в составе гарема здесь? Ничего, в жизни нет. Слыхал, тебе не подходит. Я вообще не представляю, не дай бог, это так. Тебе нужны меха, шелка. И только мне, а также, как это вот пережить, что он пойдет, кому-то сидишь и ждешь. Ограбление по залу, взятые из Корана аят-тусы. Они, наверное, могли выбраться. Не могли. Вот стой сюда, в люк по лесенке. Я бы выбрала. Получается, было наполнено все водой. И здесь стояли султаны, да, и наблюдали, как резвятся их наложницы. Да? Ну да. Ай, все мужики одинаковые.
имя основания библиотеки? К картам прильнул. Вот это очередь в казну падишаха. Все хотят посмотреть, где хранилось золото. Столько любителей золота развелось, ничего себе. Вы тоже решили к очереди присоединиться? Ну, слушай, он рассказал только, что там портреты. А что еще? Казна. Казна, ну. Ну, да. Все хотят посмотреть, где золотишко хранится. А почему здесь только очередь? Здесь сокровищница, а там у нас эти реликвии Мухаммеда. А какой там номер? Сходи, посмотри. Павлинов мы не нашли.
Хотя написано, что парк с павлинами. А павлинов нет. Мы все пошли. А павлинов нет. Куда делись? Ясно. Я вообще пришла только из-за павлинов.